Всем здравствуйте, всем хай, меня зовут Кот Дремот. И сегодня я буду милым котиком, который помогает Скретчику в этом прекрасном мире Майнкрафта. У меня есть суперспособности, такие как... Страшные взгляды. Вы только посмотрите в эти бездонные глаза. Иногда мне кажется, что в меня вселяются бесы. Дядь Валер, идите отсюда. Сегодня это не ваша хата. Это вообще по факту моя хата. Не понял, фласка, открывай. Так, я не знаю. Все, я придумал, что мне делать, Уменьшение техника! Надо следы, вскрыть следы, бамс, опа. Фласка, открывай! Давайте сделаем не то, что ему открыла фласка. О, фласка? Подозрительно. Ты что дверь закрыл, чертила жительский? Я, кажется, такое чувство, что кто-то за мной наблюдает. Не понял? Стоп, у фласки здесь было еще одно окно. Куда оно делось? Ладно, неважно. Ой. Куда мои сундуки потащил, слышно, дядя? Дядя. Опа. Привет, котик мой милый. Не, я хороший кот, что ты убегаешь? Я ж хороший, да погоди ты. Пришлось его усыпить, а как иначе? Он убегал от меня, а это надо вернуть обратно к фласочке. Он должен подумать, что я ее домашний котик. Ля-ля-ля. Алло. У меня такое ощущение, что я не выспался. Ну привет, я тебя сейчас в лаве сожгу. Я же могу спрыгнуть в любой момент, дядя. Я тебе просто позволяю себя нести, потому что мне по кайфу. О, посиди здесь, пока... Какой ты жуткий. Откуда ты тут в этом мире? И где... Ты сожрал фласку. Нет. Подожди, мне кое-что надо взять. Ты что шипишь на меня? Точно, я же умею писать, я ему выцарапаю. Так, где его дом? Мне надо найти его хату, сейчас я ему все напишу. Пишем, значит. Ласка, открывай. О, ласка? Подозрительно тихо. Ну ладно, пока никто не видит, я сделаю здесь уборку. Правильно. Да, правильно. Это ты правильно делаешь, надо их прогонять. Нефиг вот этим плохими делами заниматься. Привет, а чё ты на меня пыришь? Откуда у фласки этот кот, если им становился я? Вот это вопрос хороший. Слушай, вопрос действительно хороший. Нет, это не фласка, я не фласка. Я ни в коем случае не фласка, я Барсик. Контримон Барсик. Зачем я сказал это вслух? А вдруг этот кот это и есть фласка? Надо проверить, так? Ну, давай посмотрим, будешь ли ты тушить этот... Нет, убегаем, дом подожгли. Фласка бы начала сразу тушить этот дом, но фласка под... прикрытием никогда бы не начала... потушила или потушил. Кстати, напоминаю, у нас со Скретчиком вышел свой собственный мерч. Ссылочка на него, конечно же, в описании. У нас есть куча всего. Канцелярия, рюкзачки, пеналы и многое-многое другое. Даже мои штанишки есть. Сегодня я тебе помогаю. Надо ему об этом написать. Сегодня я тебе помогаю. Кот, не смотри на мою стену. Пойдем. Нет, ты подожди. Ты должен это прочитать. Вот. Зачем ты меня привез к овце? Читай. Сегодня я тебе. Сегодня я тебе. Так странно звучит. Я тебе. Ладно, я понял. Сегодня я тебе... У нас что? Подготовительный класс, ты читать не умеешь? Прочитай, сегодня я тебе помогаю. Я чувствую, ты нервничаешь. Сейчас, подожди. Я просто... Тут плохо видно. Слишком темно на улице. Сегодня я тебе... Я тебе факел найду. Все, сейчас все будет. На, читай. Я тебя освещаю. Понял. Сегодня ты мне помогаешь. Так, да. Хорошо. А, то есть ты добрый кот, и ты хочешь рыбки. Выбирай. Какую хочешь, выбирай. Да любую рыбу. Я вообще на всю заколась на рыбу. Выбирай, кручу-верчу. Да любую рыбу, любую. Да любую рыбу, да, я тебя прошу. Ну, шпак. О, надо тебе имя придумать. Давай, смотри, ты...
Надо написать «У меня уже есть имя Кот Ремонт». О! У меня уже есть имя Кот... Не, это слишком сложно. Сегодня ты будешь... Так, ты фиолетовый, правильно? И у тебя белые глаза. Следовательно, ты... Хамелеон. А чё, хамелеон фиолетовый? Ты цветом прям в мой глаз. Ты, значит, будешь Скретч-младший. Да, боже, мы с ним мыслим одинаково. Ёшкин ты кот. Подожди, у тебя что, на затылке головы шампиньон? Где шампиньон? Перевернутый шампиньон? Ты не рассматривай мой шампиньон, тебе нельзя. А, так, ладненько, у меня есть немножко сладких ягод. Держи. Слушай, кот, у тебя такой открытый рот, что хочется туда стрелять. Да не шипи на меня. Ща прям в язык. Не шипи, ладно, я понял. Правильно. Да чё ты идешь, грустный, на покушай. Меня еще и бьют. Ягоды. Но я их не ем, отдам их фласке. Подождите-ка. А куда она забрала все вещи? Ее нету, и она забрала все вещи. Это слишком подозрительно. Ладно, ягоды оставим. И покормим кота жирной треской. Ой, жареной. Жирной треской. А звучит хайпово. Ты меня понимаешь? Нет. Да? Нет? Ну ладно, показать. Ага, кого ты додурить хочешь, Скретч-младший? Нет. Ты должен учиться правильным манерам. Вот я правильный манерный манер. О, если он Скретч-младший, я знаю, что я хочу стыпсить его сундуке. Сиди здесь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, что у него где-то? Опа, черепаший шлем. Он же его обожает. Бамс. Не поняла, что не напялилась. О! Ладно, сейчас я к нему приду, сделаю вид, что я ничего не вижу. Это будет угарно, погодите. Это просто угарно выглядит. Он будет думать, что я свой. Ой, не видишь, куда идти. Ты кто орёт? Кто-то мявчит. Извините, я доставку не заказываю. Ты че, чертильник мой, каску надел? Ты в моем сундуке... А ну-ка, я сейчас проверю. Если там не будет хватать каски, то ты сегодня без рыбы. Так, посмотрим. Я думала, ему это польстит, то, что я в его рядах. Ты ничего не видишь, помоги котику. Каски нету. Ты ничего не видишь, что ли? Куда ты бьешь? Ладно, пойдем. Но зато теперь ты официально Скретч-младший. Только тебе не хватает кое-чего в руке. На. Куда? Это в одну руку, а это во вторую. Да сними ты каску, ничего не видишь, дурачок. Во, ладно. Дай еще пожуй. Сними, пожалуйста, я тебя прошу, ужасно выглядит. Знаешь, у тебя такой странный язык. Миленький язычок. Как будто это... Ну пойдем делами заниматься, что ты фигней маешь? Ну давай. Пойдем, я тебя сегодня буду спасать. Все, беру на ручки. А, ёшкин ты кот, пока у меня это в руках, я не могу взять. Все, пойдем, я тебя сейчас куда-нибудь принесу. Вообще ничего не вижу. Ничего не вижу, где я? О, нашла выход. Куда мы едем? О, мы пришли к дому Фласки? Нет, мы не пришли к дому Фласки, мы идем. Мы идем, нет, не в шахту, мы идем в шахту. Да не в шахту, сейчас я тебя доведу, где-то тут неподалеку, я видела. Тут, походу, был пожар. Да плевать на него, пойдем, я тебя сейчас приведу в самое увлекательное место на свете и покажу свои суперспособности в действии, и ты поймешь, что я самый лучший помощник за всю твою жизнь. Не сюда. Мы идем в шахту. Нет, погоди, сейчас придем, погоди, сейчас донесу. Мы идем к криперу. A few moments later. Ля-ля-ля, мы почти пришли, Скретчи, смотри. Нет, моя тактика, я всегда сплю на ручках. Ты чё, а? Сзади. Ой, кнопку перепутал. Ай, блин, теперь у меня в башке стрела. Ну, чё стоишь, разбирайся с ним, пока убит. Тебя пронзили насквозь, я тебе помогу, я вытащу эту стрелу. Так, не дергайся ты сейчас, так. Полущеки, ага. Не достается. Тут куча этих. Я тебе показываю, супер, ну, смотри, бей их, ручка. Курицы все заснули. Это можно теперь не гоняться за ними, а просто поесть мясо. Ну, вообще, да, но в основном я просто хотел показать, какой я полезный. Похвали. Вот, то есть я точно так же выгляжу. Тихо. Ты живой? То есть я, когда сплю, я выгляжу точно так же. У меня голова вниз и текут сопли, правильно? Сопли нет, но слюни, кажется, да. Видела парочку, упали прямо на мои щеки. Прыгай, ты же кот. Уи!
грабить. Молодец, кот, пойдем грабить разбойников. Только у меня всего полсердечка. Да-да-да-да-да, сразу давайте-ка это, я буду прожимать свои эти кнопочки, использовать свои суперспособности и всех усыплять. Нет, не надо, поставь! Вода, я допрыгну до воды, смотри, смертельный номер, ю-ху! Иногда мне кажется, что он отбитый. Как думаете, он отбитый? Мне кажется, да. О, появился. О, ты скоро? У-ху-ху. А что я урон получаю? Я же котик. Моя шляпа иллюзий всегда показывает, что я умираю в самый неподходящий момент. Но нет, не все так просто. У этой шляпы очень много загадок, о которых тебе предстоит узнать. Давай я тебя покормлю рыбой. Например, то, что ты тупеешь, да, в этой шляпе? Эта шляпа даже дает огнеустойкость. О, морковка. Что еще тут есть? Это нам надо картоху фри. Мы с вами пожарим, крючок мы с вами повесим вот сюда. Скретч, молодший, смотри, эта шляпа дает огнеустойкость. Ты веришь этому? Не веришь? Смотри, чпок, и я не горю, потому что я огнеустойчивый. Только что яблоки, походу, захавал, да? Ой, закончилось. Ну, по всей видимости, какая-то плохая у тебя шапка. Да куда ты, ёшкин ты кот, это сундук? Так, пойдем скретч младше. О, Нед, посмотри, что там в сундуке. У меня для тебя подарок. О, я только зла, надеюсь, не тупая шапка. Итак, твой подарок. Вот он, раз, и вот он. О, не по размеру, я слишком маленький. Что? Ты что за шоколадка или мороженое? О, ты похож на шоколадное мороженое, которое шоколад сверху обгрызли, мне, а мне снизу не особо нет. Твои кожаные штаны подходят, но нагрудник, ну, чуть-чуть великоват, но плюс-минус самый раз. Спасибо тебе большое. На, покушай. Нет. Пойдем, мы будем делать с тобой интересные и важные дела. Я тебе все покажу. A few moments later. Активируй суперспособность киса мягкого. О, ничего себе! Вообще нормально. Рано! Слышь, тебе котяра! Где? О! О! Стрелы! Это нам на... ты в кого стреляешь? Вообще-то крыса! Сюда иди! Я почти попал в эту летучую мышь! Как жалко, что... Ты видел, кот? Ну ты офигел! Скретч младший! В честь этого я дарю тебе лук! Не стреляй в меня! Это тебе подарок! На! Чё тут выцарапано? Не стреляй в меня! Так теперь... Ой-ой, выглядит очень... Странно. Угрожающе, да, это вы. Куда мы с тобой идем? Я киса. Я теперь киса. Мягкая лапка. Я не получаю урон, когда падаю. Теперь я истинный кошак. Да куда? Нам нужен мох. Мох нужен. Мох. Зачем нам мох? Мох. Это нужно для озеленения комнаты, чтобы сделать в доме красивые виды. Кстати, по факту, очень прикольно ты придумал. Это я люблю. Все, пойдем. Я всех это. Сон, всем спать. Приказываю. Я теперь твой ночной кошмар. Кстати, время ночной кошмар. Только посмотри, какой страшный. О. Это подарок. Погрызть тебе. А, ты ж не собака, не грызешь кости. Ну ладно, не важно, все. У меня, между прочим, для тебя очень важное задание, кот. Я только сюда поднялся, а ты меня опять вниз спустил. Блин, давай. Мы упали. А можешь усыпить? Да, уже. О. Да, посиди на нем, пожалуйста. Сейчас я поднимусь. Все, сейчас я тебя подниму сверху. Да куда вы пошли? Он завис на месте, нифига себе. Кот, ты идешь? Так ты сказала, я тебя сверху. А, ну так вот, тащи. Ты меня так и будешь тащить? Опа, сейчас мы тебя так поднимем на самый-самый вид. А, ты что же умеешь ходить, точно? Да, я все-таки не беспомощный котик. Пойдем, мы с тобой сейчас найдем приключение на нашу пятую точку. Да, шипит. Слышишь, шипит. Кто? Давай, только скажи. Здесь крипер. Вон он, чертила собака. Сейчас я разберусь с ним. Бамс. Бамс. Все, он подох. Ай, слышь, что? А у тебя, может, этот, рука сильная, может, и тынь, и все, а? Ну, я сейчас сомневаюсь. Не сильная. Да. Ай. Да кто меня посмел трельнуть? Ты? Ты? Или ты? Все, пойдем домой, Скретчи, пора домой. Куда мы едем? К бабушке. A few moments later. Все, пришли. Знаешь что, кот, я тут кое-что подумал. Если фласки нету, то я могу переехать сюда. Куда переехать? Типа в мою хату? Забираем сундуки. Ладно, один. О, ты решил помочь? Молодец, кот, молодец. Ну тогда я теперь это, ручное домашнее живу. А зачем два сундука? Оп. Шикарно. Ну ладно, ведь так, старый голос. Нет, слишком неудобно. Во!
Может, попроще заменить ее кровать? Вот так вот сделать. Вроде бы неплохо. А это нафиг выкинем. Нет, так нельзя, потому что если Фласка вернется, то мне придется переселиться. Поэтому ставь сюда. Во, красота. Пока там Скретч наводит марафет, попрощаюсь с вами. Какой-то немного бесполезный я котик. Но ничего страшного, все-таки, Ты хочешь кушать? Покушай. Спасибо, на, держи. Кушай. Да я понял, на. Не шипи. На, все, это все тебе. Спасибо, что покормил. Уже поздно, уже не надо. Я вас всех люблю, целую, видео сливать справа. Очень интересно. А с вами была Фласочка и Скретч. Всем удачи, пока-пока. Я люблю вас. Ты сожрал всю мою рыбу.